У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор, а может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это 7 девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка, современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной», когда жизнь становится теплой. 11 микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау». В эфире «Город сегодня». Здравствуйте. Лето, жара, все стремятся на природу, поближе к воде и зеленым уголкам загородных мест отдыха. Но что ждет там отдыхающих? Верно, куча мусора. Уж сколько слов сказано, сколько призывов прозвучало. Не оставляйте мусор там, где вы устраивали пикник. Никто не обязан убирать за вами. Новый способ воздействия на совесть людей придумывают активисты социальных сетей. В группе «Актобе онлайн» появился призыв сочинить такой слоган или стих, который не столько угрозами, сколько юмором и позитивом стимулирует людей заботиться о чистоте. Итак, суть эксперимента – выбрать 10 самых загаженных мест на природе, установить там таблички с устрашающими надписями, после прочтения которых отпало бы желание мусорить, или даже если человек выкинул мусор, совесть не давала ему спокойно спать. Марьям Загрединова. «Убираем мусор, убираем, а не просто жрем и все бросаем. Просит лесопарк и вся природа. Совесть пробуди, не будь уродом». Асылбек Каюрмин. «Ну да, давайте все вместе загадим наше любимое место. Будем отдыхать и наслаждаться в окружении отходов. Добавьте еще мусора. Не забирайте в пакетах мусор с собой. Мы же уроды, докажем всем это». Сергей Смирнягин. «Мусор кидай, рот не разевай. Мы рождены, чтобы сказку сделать свалкой». Сегодня в нашей студии активисты группы «Актобе онлайн». Люди, которым не безразлична судьба, а также чистота нашего города. Я приветствую Гульбашин и Сергея. Ребята, здравствуйте. 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 Ребят, акция, которая сейчас проходит, то есть придумать слоган или табличку, которая будет непосредственно размещена возле засоренных мест у водоемов. Расскажите об акции. «Мы все любим свой город. И любим отдыхать, сейчас у нас жарко сейчас, и мы бы хотели бы всех призвать, актюбинцев, чтобы нам помогли придумать слоган и вывесить таблички для акции, чтобы остановились, не бросали мусор. Это в первую очередь. И всех хотели бы, чтобы со своими мнениями с нами поделились». Гульбашин, Сергей, расскажите, как вы сами принимаете участие в этой акции? Ну, во-первых, сначала сейчас у нас мозговой штурм. Какие лучше... очень цепляющие слова сказать людям через эти таблички. Потом изготовление этих табличек, потом приведение в порядок, ну, каждое, разделимся на несколько групп, кто-то возьмет тот пляж, кто-то этот пляж, приведем их в порядок, поставим эти таблички и уже будем отслеживать ход. Вот, ребят, как вы думаете, будет ли у нас реальный эффект? Ну, мы надеемся. Через неделю мы посмотрим эти же места, где вывесим таблички. Если, конечно, будет результат, мы будем дальше будем бороться с этим. Сергей, скажите, вы один из авторов. Что лучше, юмор или же грубость на табличке? Ну, я думаю, что всегда в нашей жизни очень много грубости, очень много зла. И лучше побольше юмора, позитива внести хотя бы через эти таблички. Мы хотим добиться чего? Позитива, то есть чистоты. Соответственно, через юмор мы и добьемся этого. Мы ждем от всех предложений, не только от нашей группы, от всего города Актюбе, чтобы все участвовали, все помогали. Спасибо большое. Активисты группы «Актюбе онлайн» сегодня были в гостях в нашей программе. Мы надеемся, что город станет чище и красивее. Давайте будем это вместе сохранять и беречь. Все-таки личный пример – самое действенное средство. И если вы будете после отдыха на природе собирать упаковку и прочий мусор, а также напомните об этом компаниям по соседству, то, наверное, все вместе мы сможем изменить ситуацию. Генеральный партнер нашего проекта – жилой комплекс «Степной». Это новые квартиры с удобной планировкой, собственно, парковкой, детской площадкой, огороженной территорией. Все это жилой комплекс «Степной». Телефоны для справок 953-333 и 960-333. Желаю вам хорошего отдыха, друзья, и всегда убирайте за собой мусор.
У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор, а может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это 7 девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка, современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной», когда жизнь становится теплой. 11-й микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау».